Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу новый скрипт для Mining Champions. Он стал намного лучше. Если вы смотрели прошлый видеоролик, то вы могли заметить то, что скрипт был не очень. Ну, честно говоря, так себе. Вот. В этом видеоролике я вам покажу скрипт с множеством функций. Добавили еще различные функции. Вот. В принципе, сейчас вы все его видите. Для этого нам потребуется чит. Ссылочка на него будет в описании. Буду использовать ReExploit. Значит, инжектимся на вот этот шприц. У нас работает автоинжект. Так, ждем, пока у нас заинжектится. Все отлично, мы заинжектились. И вставляем сюда скрипт. Скрипт будет в описании. Так, все, вот он появился. Также тут автор, кто сделал этот скрипт. В принципе, прикольно довольно. Он сделан. Вот. Смотрите, значит, тут есть фарм по локациям и просто фарм. Вот первый вот этот получается. Mining Champions. Смотрите, здесь первый идет Ore Farm. Это получается у нас Rock Farm, то есть камень. Здесь у нас гем. Тут не гем, ну, в принципе, понятно. Также у нас есть автооткрытие яиц. И получается продажа питомцев. Ну, в принципе, сейчас мы с вами все это проверим. И также можно свернуть эту панельку. Допустим, я хочу, чтобы она сворачивалась у меня на кнопку Q, английскую. Все. Я написал, нажимаю Q. Как видите, все пропало. Все работает. Также тут добавили трейд. Вот, если у вас, допустим, хороший питомец есть, вы можете какого-нибудь питомца подарить друг. Ну, давайте, в принципе, начнем. Давайте я вот эту панельку сюда перетащу, чтобы было видно, прибавляется или нет. Так, давайте начнем с Farm All. Так, смотрите, у нас получается прибавляются деньги и также получается камень. Как видите, это работает. Так, давайте потом нажмем Farm Starter. Это, я так понимаю, стартовая локация, в которой мы сейчас находимся. Так, нет, это не она. Окей. Так, давайте тогда выключаем. Чит может немножечко тупить, вот, сразу не отключаться, но все функции главное работают. Вот. Так, вот тут немножко сейчас прибавилось довольно много. В принципе, он заработал, вот как видите. Вот. Давайте включим вот эту функцию. Как видите, тоже работает. И сейчас, получается, еще дополнительно прибавились коины. Вот. Получается, следующее... функция, это получается, они работают только на локации. Допустим, вот смотрите, у меня открытый десерт. Заходим сюда. Тут у меня X3. И нажимаем Farm Desert. Ждем немножечко. И как видите, все работает. Ага, я так понимаю, он получается одновременно собирает камень. И в то же время прибавляет монет. Ну, в принципе, неплохо. Окей. Ну, как видите, эта функция работает. Также давайте сейчас проверим фарм десерт гемов. Включаем. Так, ждем немножечко, сейчас он пока подумает. Вот, эта функция должна, по идее, работать. Вот. Если сейчас баг никакой не произошел. Ну, как видите, все работает. В принципе, как я и говорил, то что нужно немножечко подождать. Просто чит немного может подтупливать. Вот, долго крутить, долго думать. Вот. Вам просто нужно немного подождать. И все. Так, ну как видите, здесь тоже он фармит. Давайте вернемся на стартовую локацию. Нажмем Farm All. Так, как видите, он получается прибавляет теперь разные суммы. По 988 и по 1540. Вот, ну, в принципе, это тоже функция работает. Можно переходить, в принципе, на автооткрытие. Допустим, давайте зайдем в десерт. Добежим до яйца. Сейчас глянем, сколько оно стоит. И выберем вот здесь вот в панельке выбора яиц. Так, бежим. Так, у нас тут яйцо стоит 40 тысяч, окей. Значит, выбираем 40 тысяч. Так, смотрим, сколько у меня питомцев. У меня 14 питомцев. Так, давайте. Нажимаем Open X. Ну, как видите, в принципе, сработало. Отлично. Опача. И мне эпически выпал, нифига себе. У него статы вообще бомбические. Так, давайте какого-нибудь сейчас снимем. Вот этого, думаю, снимем.
Офигеть. С первого раза. Круто. Довольно круто. Так. Давайте попробуем теперь выбрать X3 открытие. Сейчас было X3, X1 открытие. Сейчас выберем X3. Нажимаем. Да, работает. Нифига себе. Прикиньте. Получается, вам даже не надо покупать Game Pass, чтобы открывать сразу 3 яйца. То бишь, вы, получается, активируете скрипт. Его вы можете без доната открывать X3 яйцо. То есть, X3 раза. Слушайте, довольно выгодно. Хорошо то, что эта функция работает. Это прям реальный плюс. Прям жирный плюс. Вот. Даже без Game Pass. Отлично. Так. Сейчас у меня 18 питомцев, как видите. И комонки есть. Давайте сейчас попробуем удалить с вами комонок. Вот есть Sell All Common. Нажимаем. Как видите, работает. Все, отлично. У меня было, получается, 18. И осталось, получается, 7. Он удалил, получается, все комонки. Как видите, все работает. Получается, Rare, Epic и Ultra тоже работает. Но я, в принципе, проверять не буду. Вот, потому что у меня хорошие питомцы, я их не хочу удалять. Вот, ну. В принципе, все функции рабочие. Конечно, может быть, немного подлагивает. Нужно ждать. Довольно много времени. Но самое главное, то, что работает. Ну, на этом я буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Эйсбан. Всем удачи и пока.